Ребята, дорогие родители, уважаемые учителя, я очень рад встрече с вами сегодня, с нашими молодыми представителями интеллектуальной элиты. Школьники области получили дипломы министра образования и науки и денежные призы от Акима области. Одаренные ученики победили в республиканских и международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. На мероприятии в областном акимате наградили 52 учащихся из 22 образовательных учреждений региона. Огромное к математике сначала, потом к физике с самого начала, потому что это прекрасная естественная наука, которая изучает наш мир и помогает развивать воображение, мышление, и при этом тоже затрагивает математику. Мне в ней нравится изучать наш мир, в общем, понимать, как он устроен. Так, согласно республиканскому рейтингу, наша область входит в десятку лучших по общеобразовательным олимпиадам. Ольга Цуканова, Жахангир Куанышбаев, новости Темиртау.